Тоже, это тоже новый светильник у нас. Мы тоже сделали дешевлего класса светильников. Он получился очень хороший. Эффективность больше, чем 116 люмен на ватт. И с консумацией только 44 ватт. Он эквивалентен на светильник 36 флуоресцентный светильник. Мы получаем около 4500 люменов от 40 ватт. Светильник получил золотой медаль на этом выставке, на международном техническом выставке в Пловдиве. Что характерно для этого светильника, это поликарбонатный корпус и рассеиватель, специальная новая технология, специально разработана для светодиодного освещения. Внутри рассеивателя стеклянные сферы, которые рассеивают света. Вот это очень приятная диффузная света. Ослепление светильника меньше, чем 19. Это вполне пригодится для швейных предприятий. Микроэлектроники, наверное. Заводские помещения с высота до